Цезарь, друг сердешный. Ну, заходи, давно заждались. Нет, не поздно. Да, конечно. Не развязывай сандалии. Брось ты эту табуретку. Эй, принесите гостю кресло. Он у нас бывает редко. Так пускай понежит чресло. Эй, замерз ты, как собака. Угощайся. А, не курим. Эй, вы там, кончайте плакать. Мы потом добалагурим. Тут у нас такие гости. Украшение компании. Что, не спится на погосте? Или плохо закопали? Или совесть беспокоит? Или соседи грабители? Или что-нибудь такое, что забыли летописцы? Или, может, не забыли? Да, писать про это точно. Знать за это и убили. Император не святоша. Без убийства он не может удержаться на маршруте. А в тоске на смертном ложе ты мечтал о Марке Бруте. Да мечтал о вышел кукиш. Эпитафия и на прах мой. Милосердия не купишь, не измеришь тетрадрахмой. Милосердие для слабых, сильным яду из флакона. Мне бы слабость, я тогда бы не стоял у Рубикона. Так почему же, Боже правый, ты играл со мной в прятки? Почему не дал отравы? Тише, Цезарь! Все в порядке. Ты у нас душа святая. Ты борец не за награды. Что, пора уже светать? Ну, заходи, мы будем рады.